Всем здорова, ребятки, с вами Фабиан, и сегодня мы продолжим с вами играть в Undertale. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что Undyne, походу, это баба, она пыталась нас завалить какими-то копьями дурацкими, и в итоге мы пришли опять к какому-то очередному столику со странным предметом типа сыра, и все, и на этом остановились, сохранились там. Давайте продолжим. Погнали. Так, да, вот тут мы остановились, вот про этот странный предмет я говорила. Это сыр, который оброс кристаллами. Писк, понятно. Пойдем дальше. О, Санс, привет. Что ты здесь делаешь? Я подумал вам открыть телескоп-то бизнеса. Обычно я требую 50 тысяч монет за использование этого крутого телескопа. Но поскольку мы с тобой знакомы, это бесплатно. Что скажешь? Посмотреть телескоп? Да, давай посмотрим. И куда мы смотрим? На его жопу? Что-то мне подсказывает, что да. Или еще на какую-нибудь дрянь. Санс, ничего не видно. Тебе не понравилось? Не волнуйся, я верну тебе деньги. Ясно. Идиот! Просто придурок! Ай, дебил! Иди в жопу! Отстань, придурочный! Капелька, ты хочешь меня помыть? Что такое звезда? Можешь ли ты ее потрогать? Можешь ли ты ее съесть? Можешь ли ты ее убить? Ты звезда? Нет. Мне бы в водичку бы окунуться. Что это такое все? Подождите, ну тут слишком много путей, куда можно пойти. Давайте сюда пойдем. А здесь что? Ага. О! Мороженка. Я перенес свой магазин, но тут до сих пор нет посетителей. Можно купить? К счастью, я придумал решение. Ударные карты. Каждый раз, когда покупаешь доброженное, ты можешь взять карту из сундука. Если соберешь три карты, то сможешь обменять их на бесплатное доброженное. Они точно заманят покупателей обратно. А, доброженное, да. Да, 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 давай возьмем, чувак. Супер, держи, твои карточки в коробке. Вы получили доброженное, отлично. Карт в сундуке, одна. Взять карту? Давай возьмем. Вы получили ударную карту, ладно. Так, поверх древних символов кто-то написал список из 21 вкуса. Кто бы это мог быть? Хорошо, тогда пойдем в эту сторону еще сходим. Утка! Ой, я хочу к уточке к этой. Как мне к ней пройти? Вот так, может быть, через здесь? И тут еще мосты. Тут дофига мостов. Ой, куда-то я иду далеко. Звонок. Привет, это Папирус. Помнишь, когда я спросил тебя об одежде? В общем, та подруга, что хотела знать. Ее мнение насчет тебя крайне убийственно. Но я знаю, что ты уже в курсе. И раз уж ты знал об этом, я сказал ей, что ты сказал мне, во что ты одет. Мерзкий бинт. Потому что я знал, конечно же, что после такого слишком странного вопроса ты бы мог просто надеть другую одежду. Ты просто умница-разумница. Таким образом, ты в безопасности, а я никому не врал. И я никого не предал. Быть друзьями, это со всеми, это так легко. Да, нормально. Вполне. Молодец. Опять. Кто пристал ко мне? Аарон, отвали. Посиди в воде. Ты же ведь водяной какой-то хрен. Как мне пробраться к маленькой уточке? Я хочу попасть к маленькой уточке. А это что, что-то написано? Сила, чтобы забрать их души. Сила, которую страшатся люди. Что за дрянь? Что это такое? Он гонится за мной! Что за щупальца? Что это? Так, курсор, уйди. Что это? И там заметил, что ты был здесь. Я... Онион-сан. Онион-сан, слышишь? Ты в водопаде. Ха, здесь круто. Ха, тебе здесь нравится? Ха. Да, мне тоже. Оно мое самое любимое. Господи, Онион-сан, отвали, пожалуйста. Что тебе нужно от меня? Даже несмотря на то, что здесь становится мельче, мне приходится сидеть тут все время. Но, эй, все хорошо. Это лучше, чем переезжать в город и жить в переполненном аквариуме. Как сделали все мои друзья. Ну, Онион.
Но аквариум все равно переполнен, так что даже если бы мне захотелось, я... Хотя это нормально, слышишь, Андайн, все исправится, слышишь? Я плыву отсюда, из-за живого океана, слышишь? Дурак. Эй, там, это конец комнаты, еще увидимся, развлекайся, в водопаде! Жесть какая. Кто пристал? Смурена прячется в углу, но так или иначе сталкивается с вами в любом случае. Ок, я сваливаю. Северная комната скрывает великое сокровище. Какое такое сокровище? Меня убьют? Это оно? Здесь есть пианино. Сыграть? Да. Все, надоело. Все, 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 нет, все, отстань. Нет, я не хочу играть, все, я наигралась. Спасибо. Так, ладно. Навязчивая мелодия отражается эхом в зале. Хотите подыграть? Первых 8 будет достаточно. Вы что, шутите? Все, я не хочу больше подыгрывать, мне надоело. Идем дальше. Не было там великого сокровища, меня обманули. И этой силе нет равных. Конечно, человек не может забрать душу монстра. Ведь когда монстр погибает, его душа исчезнет. Потребуется невероятная сила, чтобы забрать душу живого монстра. Промахнулась мимо таблички. Есть только одно исключение. Душа особого вида монстров, называемого монстр-босс. Душа монстра-боссов достаточно сильна, чтобы существовать после смерти. Лишь только несколько мгновений. Человек может поглотить такую душу, но это никогда не случалось. И никогда не случится впредь. Да мы и не претендуем. Это статуя. Основание ее ног кажется сухо. Все, да, я больше ничего не могу сделать. Ладненько. Что это? Пожалуйста, возьмите один. Хорошо. Взять зонт? Да. Почему я не могу выбрать цвет? Хорошо, ладно, я взял зонт. Идем. А, дождик идет, серьезно? О, тупица! Йоу, ты раздобыл зонт? Классно. Пошли. Кажется, он не хочет, типа, зонтом. Мне кажется, или на него все-таки капает? Ой, в лужах отражение, какая прелесть. Чувак, Андайн такая крутая. Она колотит плохих ребят и никогда не проигрывает. Если бы я был человеком, я бы мочился в кровать каждую ночь. Знает, что она собирается поколотить меня. Ха-ха. Чё застрял? О, однажды нам дали школьный проект, где мы должны были позаботиться о цветке. Король, мы должны обращаться к нему. Мистер Дримур пожертвовал свои собственные цветы. Он пришел в школу и рассказал нашему классу об ответственности и всем таком, что заставило меня задуматься. Йоу, как было бы круто, если бы Андайн пришла в школу, она могла бы побить всех учителей. Ну да, да, чувак, ну это так себе разговор. Возможно, она бы не стала бы бить учителей, она слишком крутая, чтобы бить невиновных. То есть она норм, хочешь сказать, да? Ты на это намекаешь, дружок? Куда ты побежал? Чё такое? Ладно, я буду просто идти. Здесь надо было поставить зонт, как вы думаете? Этот уродец встал там, где не нужно. Вернуть зонт? Давайте положим. Вывернули зонт, теперь нам мокро. Йоу, этот выступ слишком высокий. Ты хочешь увидеть Андайн, да? Сберись на мои плечи. Как это сделать? Готово. Йоу, продолжай идти вперед. Не волнуйся, на мой счет, я всегда найду, где можно пройти. О, господи, мы могли его за руку, блин, притянуть, как минимум, наверное, да? Ну ладно, не суть. Люди, напуганные нашей силой, объявили нам войну. Атака их была внезапной и беспощадной, да, там было написано? Давайте сохранимся. Слушая приглушенные звуки дождя над пещерой, вы наполняетесь решимостью. Хорошо. Это побоище с натяжкой можно было назвать войной. Объединившись, люди стали невероятно сильны, в то время как мы слишком слабы. Ни одна душа не была поглощена, и почти все монстры были обращены в прах.
Не очень-то здорово. Не особо-то красиво. Так. Опять странный свет. Кто это? Что это? Что за пупки? Что за пупки? Что за пупки? О, как я вовремя остановилась! Ах ты ж хитрожопая баба! О, это гораздо проще обходить, чем копья, которую она кидала. Но это, видимо, ненадолго. О. Не сюда! Не сюда! Блин, она все-таки попала по мне, скотина. А-а-а! Еще раз, да? Как же это сделать-то? Ой, кажется, я не туда пришла. Говно какое ужасное. Куда мне идти? Идти мне, куда? Опять, блин. Дерьмо. Тихо, тихо. Отстань от меня, страшная баба. В жутком костюме. Отвали. Боже мой, она так и будет тыкать в меня, да сколько можно. Все? Нет. Так. Как бы и чё? Чё такая тишина? Кажется, всё плохо. Она оторвала кусок весь. Вроде звук раздался отсюда. Ох, ты упал, верно. Ты в порядке? Давай, вставай. АБЦ! Какое хорошее имя. Мое имя? Опять я на цветочках просыпаюсь? Что? Что такое? В чем это я вообще иду? Это что за помойка? Куча мусора, вы узнаете несколько торговых марок. Просто мусор. Странно. Давайте сохранимся. И иногда какой-нибудь мусор проплывает по нему и падает в бездонную пропасть. Наблюдая за этим бесконечным потоком бесполезного мусора, вы наполняетесь решимостью. Сохранимся, и на этом мы с вами остановимся. Вот так. Не очень-то большой видос вышел, но, в общем, если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВКонтакте. Продолжим обязательно в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. С вами была Фабиан. Счастливо.